Привет, меня зовут Макс Белоусов, я сооснователь агентства Eventure, которое занимается упаковкой и продвижением мероприятий. И сегодня я хочу вам рассказать про топ-10 ошибок в организации и продвижении мероприятий. Мероприятия могут быть разные, музыкальные, бизнес-мероприятия. Сегодня поговорим в общем про ивент-индустрию. Если вам актуально продвижение или упаковка мероприятия, можете перейти на наш сайт, ознакомиться с кейсами нашего агентства и также подписаться на мой инстаграм, ссылочка вот здесь. Также продублирую в описании к этому видео. Итак, поехали. Топ-10 ошибок. Первое, с чего хочу начать, и это я видел, наверное, за последние 5 лет у 90% клиентов, которые обращались в наше агентство, это жадность. Жадность именно в плане экономии денег, то есть экономии денег на работы, экономии денег на сайт, на рекламный бюджет, на организацию и все. Почему не стоит так делать? Ну, я не буду вам продавать идею того, что чем дороже, тем лучше, просто сами посудите. Я хочу, чтобы у вас в голове сейчас нарисовалась картинка такая, да, из множества параметров, и равно прибыль, да, вот такая вот формула, предположим, да, там А умножить на Б умножить на С умножить на Д на Е и равно деньги, да. И представьте, что вместо каждого из этих параметров стоят определенные ваши действия, да. Скажем, параметр А – качество площадки, параметр Б – там качество сайта, параметр С – качество креативов рекламы, параметр там Д – качество там, не знаю, видео, которое висит на сайте и так далее. И вы можете подумать, что ну что там, господи, здесь сэкономлю, там сэкономлю. Ну вот я вам привожу пример. Если вы каждый из этих параметров возьмете за единицу, да, то у вас, соответственно, будет здесь единица, то есть равно единица, да, то есть если перемножить. Но если вы сделаете каждый из этих параметров чуть лучше, хотя бы на 10%, да, то есть вы постараетесь и получается перемножите вот так вот. Итак, если вы перемножите 1,1 умножить на 1,1 и так далее, 5 параметров, если я не ошибся, у вас получается порядка 1,7. То есть практически в два раза разница, при этом разница только в 10% на каждом параметре. То же самое в обратную действие, то есть если вы вместо того, чтобы сделать все четко и хорошо, вы где-то экономите, делаете хуже, хотя бы на чуть-чуть, у вас получается 0,9 умножить на 0,9 умножить на 0,9 умножить на 0,9. Итак, получается 0,59. Еще раз, если вы сделаете на 10% лучше вот это все, у вас будет в два раза лучше, в два раза больше денег. Если вы здесь сделаете на 10% хуже, то у вас будет в два раза меньше денег. Просто всегда держите в голове, когда вы захотите сделать чуть что-то хуже. Вот, просто держите в голове, что это напрямую влияет на вашу прибыль. Понятно, что это условно, но поверьте, оно так работает. Так, с первым мы разобрались. Второе. Опять же, у этих же 90% клиентов, которые к нам обращаются, я часто вижу проблему. Какую? Извините за жаргонизмы. У нас жопа горит, давайте быстренько за месяц что-то придумаем. То есть таких клиентов было уйма, когда они все вроде сделали. Опять же, это вопрос к хреновому планированию, к хреновому бюджетированию, там, к не постоянным подрядчикам, некачественной работе, там, не знаю, там, переносом, ну, в общем, много-много всего. По сути, я всегда стараюсь брать в расчет, что для продвижения крупного мероприятия нужно как минимум полгода, да. Ну, многие думают, что они за месяц, за два, за три справятся и делают большую ошибку. Так вот, очень много клиентов обращаются за месяц, за два, говорят, жопа горит, помогай. К сожалению, ну, как бы я ни хотел, за месяц невозможно ничего сделать, потому что даже переделать сайт, упаковку, позиционирование, это ну как минимум месяц, к сожалению, да. Даже если там быстренько что-то там запустить, какую-то рекламную кампанию, но это вряд ли что-то поменяет. У меня были, конечно, прецеденты, когда я прям вытаскивал из задницы мероприятия, помогал, но это скорее исключение из правил, потому что ну реально были крутые идеи придуманы, но не всегда так срабатывает. Вот, поэтому вторая ошибка, которую допускают при продвижении организации мероприятий, это
неправильный расчет дедлайна. То есть нужно всегда рассчитывать на хотя бы полгода. Полгода вам точно хватит, чтобы продвинуть какое-нибудь там мероприятие на 1000, на 2, на 3000 человек. Третья ошибка, которую я тоже часто замечаю, я тут специально нарисовал человечка с треугольным ртом и квадратик, который ему пытаются впихнуть, да, это несоответствие оффера и целевой аудитории. То есть, если вы, скажем, выбрали мероприятие по тематике, не знаю, бизнеса, да, а рекламируете свой оффер на каких-нибудь там мамочек в декрете, которые, ну, в принципе, там даже не задумывались о создании бизнеса, им бы что-нибудь удаленное изучить, там какую-нибудь работу, там, не знаю, администратор Инстаграма, ну, предположим, я говорю, да, либо же у вас мероприятие рассчитано там, не знаю, там, на маркетологов, а вы создаете рекламу, там, показываете рекламу на студентов, да, которые даже не задумывались о том, что им бы интересен был бы маркетинг, ну, предположим, да. Соответственно, это несоответствие вашего оффера и целевой аудитории. Это реально гигантская проблема, когда, ну, не отработано это до старта рекламной кампании, до старта упаковки и сбора самого мероприятия. Четвертая ошибка, которую я вижу, которая, по сути, вытекает из третьей, это несоответствие цены и ценности мероприятия. Скажем, вы сели командой и посчитали финансовую модель, исходя из там, обратной воронки. Про обратную воронку можете посмотреть в моем видео, в другом, там ссылочку тоже оставлю в описании, как рассчитывать финансовую модель мероприятия. Так вот, несоответствие цены и ценности, как, когда происходит? Когда вы, скажем, ставите цену за билет на ваше мероприятие в 30 тысяч рублей, и когда человек заходит на сайт, и у него в голове вот такие вот весы, да, вот на одной чаше весов цена за билет 30 тысяч рублей, на другой чаше весов цена ценности. То есть, и он думает, что я получу за эти 30 тысяч рублей. И чаще всего, когда у вас хреновая конверсия в продажу из заявки, либо вообще нет заявок, значит, у человека нету ценности, то есть вы не донесли ему ценность вот этого самого мероприятия, да? Это не значит, что у вас хреновые спикеры, хреновый лайнап, плохая площадка, не знаю, плохая идея, тематика мероприятия, нет. Просто вы не донесли ценность конкретно этому человеку, либо конкретно вот этому сегменту аудитории, на который вы рекламируетесь. Это на самом деле целое искусство, правильно это все подать так, чтобы человек понял, ага, за это действительно можно потратить 30 тысяч рублей. То есть, по сути, сам продукт от этого не меняется, меняется именно его раскрытие смыслов. Да? Это целое искусство, опять же говорю, и лучше это доверить профессионалам. Следующая проблема, которая, опять же, вытекает из всех предыдущих, это, ну, упаковка сама, да, то есть я очень часто вижу, когда очень классный спикер, хорошая площадка, есть нормальный бюджет, но почему-то люди не заморачиваются, и у них сайт «Привет 2000», я не знаю, там, либо некачественная реклама, там не в тренде она, да, то есть, ну, я это очень часто вижу, я понимаю, насколько много люди теряют денег, просто не доработав упаковку самого мероприятия, да. Когда мы, скажем, продвигали Тони Робинс, Эккарт Толле, Аяза Шабудинова, Black Star, Радислава Гандапаса, конференции в Сколково, концерты артистов Black Star, мы там реально старались над упаковкой, потому что видимость, то есть встречают по одежке, провожают по уму. Если у вас охренительно там крутой лайнап, спикер, площадка, при этом людям не нравится ваш сайт либо упаковка, они туда просто не дойдут, да? То есть, опять же, важно сразу показать, привлечь внимание, может быть, как-то сыграть на разрыве шаблона, как-то по-интересному подать это мероприятие. Привлечь внимание, короче. Наша задача, по сути, на первом этапе, это привлечение внимания, захват внимания, захват внимания и удержание этого внимания. Поэтому работа над упаковкой – один из самых важнейших моментов при продвижении мероприятия. Дальше. Фон вокруг мероприятия, либо вокруг спикеров, либо вокруг артистов, с которыми вы работаете на данном мероприятии. Последний пример, который могу привести, это Synergy Global Forum с Арнольдом Шварценеггером. Да? То есть
Они замахнулись на 50 тысяч человек, я об этом тоже снимал отдельное видео, можете посмотреть, я там подробно рассказываю, почему они не смогли собрать, это чисто, конечно, мое мнение, но я думаю, что оно недалеко от истины. И одним из ключевых факторов, которые я считаю, почему у них не получилось собрать мероприятие с полным залом, это потому, что есть определенный негативный фон вокруг самой компании и вокруг такого рода мероприятий, да, вот масштабных, где там 200 спикеров и каждый там по полчаса что-то рассказывает. Это раз, то есть негативный фон вокруг компании. Это не значит, что компания плохая, просто конкретно сейчас у них вот такое отношение рынка к тому, что они делают, и к самой компании. Скажем, Портнягин, опять же, да, многие из вас на него подписаны, то есть в одно время его любили, там, ценили, уважали, лайки ставили, там, приглашали везде, сейчас у него, ну, как бы немножко вниз тренд идет. Ну как немножко, пол YouTube его хейтит. Вот. И естественно, как бы это влияет и на мероприятия, на которых он выступает, и на пост-пиар, который мероприятие получает, на, в принципе, само мероприятие. Да. Поэтому важно учитывать фон вокруг спикеров, вокруг самой компании и мероприятия, там, бренда мероприятия, да, если у вас там линейка мероприятий каких-то. Если фон плохой, то есть есть хороший пример, скажем, Аяс Шабудинов, да, то есть про него снимали большое количество разоблачающих видео, там, хейтеров. Я, кстати, работал у него директором по маркетингу там, практически там, 2 года. Вот. И я принимал участие в организации, в продвижении его там, первых концентратов, но когда он увидел, что вот пошла волна хейта, от определенных там, блогеров, то он просто сделал ребрендинг, да, то есть он просто переименовал мероприятие, поменял структуру мероприятия, все, это хороший выход, если у вас ну, негативный фон вокруг какого-то там линейки мероприятия, либо самого бренда. Да? Следующее. Расположение площадки. Очень важный момент, и многие допускают ошибку. Думают, что это не важно, мы сейчас какую-нибудь площадку снимем, там можно на ней сэкономить, они думают, ни хрена. Вот поверьте мне, потому что от площадки зависит очень много, особенно если у вас запланирована какая-то бэк-монетизация на самой площадке, то есть вы хотите там что-то со сцены продавать, хотите там, ну, закрывать на свой там курс более дорогой, да, там, либо там франшизу продать какую-то со сцены. Очень важно иметь в виду, что площадка — это одно из самых важных моментов, которые вы должны держать в голове. Приведу пример, скажем, вот вы все круто сделали, да, то есть у вас там реклама, сайт, все супер классно. Но, скажем, как часто у меня бывает, я просто часто хожу на мероприятия, площадка находится где-то в жопе. То есть там вот прямо вот открываешь карту метро, ни на метро нормально не добраться, ни на такси не доехать, тем более на машине, и парковки там нет. Думаешь, да ну нахер. Особенно если там, не знаю, билет стоит 500 рублей, думаешь, ну и хрен с ним, в записи посмотрю. И многие так и думают, это первое. Второй момент, пошел дождь. Вот, и, не знаю, там далеко от метро идти до площадки. Люди уже промокли, они уже недовольные пришли. Третье, нет еды. То есть вы не позаботились, скажем, о кейтеринге, либо там вы продаете бутерброды, как в Большом театре, за 300 рублей, людям впадло покупать бутерброды за 300 рублей, они хотят где-то на улице поесть, а на улице ни хера нет, кроме шурмы от Палыча какого-то там, да, либо от Магомеда. Ну, как бы, ну это жесть, понимаете? Вот, по сути, расположение площадки и ее комфортабельность — это одно из самых важных вещей, о которых вы должны заботиться, потому что по сути это комфорт ваших клиентов, это по сути влияет на вашу конверсию в продаже со сцены, потому что если будут неудобные стулья, если будет жарко в помещении, если не будет гардероба, если будет хреновый туалет, там, не знаю, будут очереди, давка, куча моментов, которые нужно учитывать, и вот это все оно влияет на ваши бабки, то есть вы уже вложились, чтобы этих людей туда привести. Но почему-то мы не задумываемся о том, как они себя будут там чувствовать. Вот, поэтому не забываем об этом. Следующий, 8-й пункт, о котором я тоже хочу сегодня сказать, это дата мероприятия. Опять же, почему-то многие организаторы мероприятия, они вот палец так полезали и там, не знаю, там определили, вот мы проведем мероприятие такого-то числа в такой-то день. А потом это оказывается, что это среда, и там, не знаю, там на следующий день праздник, не знаю, 1 мая. И как бы продаж нет, билеты не покупают, они думают, ну пиздец, почему, да? Потому что это праздник и потому что это среда. Ну то есть, когда
я там, скажем, вот одно время, когда мне было там 17, 18, 19 лет, я занимался музыкой. И мы там с товарищами продвигали мои концерты. Тогда уже я знал, что ставить концерт в субботу, воскресенье, это, ну, как бы вот пятница, суббота, воскресенье самые лучшие даты. То есть, если ты ставишь в понедельник, вторник, среда, четверг, тебе просто не придут. Потому что люди работают. То есть, ну, 80% людей, ну, как бы мы же не все предприниматели, да? То есть, ну, нам бы, конечно, хотелось, чтобы все имели свободный график, чтобы у всех там была возможность приходить на наши мероприятия в час дня, и там, не знаю, в 9 утра, и в 8 часов вечера. Но не забываем, что большее количество людей, которые будут посещать ваши мероприятия, это обычные люди, у которых есть работа, семья, не знаю, досуг свой, да, и это важно учитывать. Поэтому, если вы хотите там собрать масштабное мероприятие, задумайтесь о том, дойдут ли до вас люди в конкретную эту дату, в конкретный день недели. Следующая ошибка, которую многие тоже не учитывают, это анализ конкурентов. Вот пипец как важно. По сути, все, что я здесь рассказываю, оно все важно, но вот это прям боль. Потому что очень часто так бывает, что к нам вот приходят продвигать мероприятия, и я слышу такую фразу, типа, Макс, у нас гениальнейшая идея, короче, мы придумали, сейчас вот все хейтят инфобизнес, тренинги, и у нас будет антитренинг. И как минимум 3 раза я уже за последние 3 месяца слышал эту фразу, и все думают, что у них гениальная, охеренная, уникальная идея. Вот чтобы вы не думали, что вы придумали велосипед, я советую вам проанализировать конкурентов, да. Просто взять и посмотреть, какие мероприятия еще проходят хотя бы в вашем городе, я не знаю, там в ближайших городах. Потому что, уверяю вас, у вас будет, так сказать, озарение, когда вы увидите, что вашу идею уже где-то реализовали, либо она сейчас реализовывается. И будет глупо, если будет 2 мероприятия со схожей тематикой, со схожей упаковкой идеи, да? Вот. А зачем еще нужно анализировать конкурентов? Ну, представьте, вы планируете собрать Крокус Сити Холл, скажем, как вот мы собирали 6 тысяч человек на Эккарда Толле, да? Либо когда к нам пришли ребята, сказали, что они хотят собрать Крокус Сити Холл на там примерно 5-6 тысяч человек на бизнес-мероприятие. Вот при этом, представим, вот вы, у вас такой план, у вас есть бюджет, все классно, там спикеры. И вы ставите, скажем, дату, 10 октября, предположим, да, все, вы поставили, все, вся работа запустилась, там куча людей работает на продвижении, реклама везде, таргетинг, контекст, все круто, все классно, но оказывается, что 9 октября у Синергии масштабное мероприятие на 50 тысяч человек, и по сути они своим мероприятием спылесосили деньги со всего рынка, и по тематике ваши мероприятия схожи, целевая аудитория похожа, но так как люди не могут, ну, то есть у людей, по сути, есть какая-то определенная денежка на такого рода мероприятия. Ну, представим, что у них, предположим, есть 50 тысяч рублей на какую-то развлекуху, да, то есть там на кино, на конференции, там на, не знаю, там, на путешествия. И они эти деньги уже потратили, они отдали ей Синергии эти деньги. Вот, как бы второй раз слушать там одних и тех же спикеров, либо похожих по схожей тематике, они уже не хотят. Таким образом, вы обосрались только из-за того, что вы не учли, что рядом с вами есть крупный конкурент, который уже проводит мероприятия по схожей тематике, и как бы он деньги уже собрал с рынка. При этом он, может быть, еще и крупнее вас. И вы как бы все сделали правильно, кроме одного. Вы не проанализировали конкурентов и не поставили нормальную дату, и не отпозиционировались, точнее, вы не отдифференцировались от этого конкурента. Чтобы люди понимали, зачем им к вам еще идти, помимо того мероприятия. И последнее, о чем я хочу сегодня сказать, это ваше мероприятие должно иметь какую-то изюминку. Я не могу это отнести к упаковке, я не могу это отнести там к спикерам, либо там к хедлайнеру мероприятия. Вот изюминка, она рождается в совокупности. Да? То есть вот, по сути, если вот это все взять, да, и вот что-то есть, да, вот что-то такое, что людей привлекает на ваше мероприятие, я не могу это никак объяснить, но оно чувствуется, да. Это как, знаете, вот вы приходите в Третьяковскую галерею, смотрите на картины, вроде все картины рисовали профессионалы, но почему-то одна картина вам нравится, и вас прям, не знаю, будоражит и восхищает, а, не знаю, там, выходите из метро и идете там по
переходу к этой Третьяковской галерее, и там те же самые, по сути, картины похожи, но они почему-то не вывешены в Третьяковской галерее. Да? То есть, вроде та же самая елочка, вроде как бы те же самые портреты, но почему-то одни висят в Третьяковской галерее, а другие в переходах продаются. Да? Ну, я сугубо, как сказать, ну, преувеличиваю, конечно, но я думаю, вы поняли. То есть, вот эта фишка, вот эта изюминка, она либо есть, либо ее нет. А как вы ее покажете, как вы ее реализуете, создадите, это уже зависит от тех людей, которые будут заниматься упаковкой, продвижением мероприятия. Итак, сегодня я рассказал про топ-10 ошибок, которые совершают люди, которые занимаются организацией, продвижением мероприятий. Напишите в комментариях, какие ошибки вы совершали, либо увидели те ошибки, которые вы можете совершить, прям номера напишите в комментариях. Не забудьте подписаться на мой YouTube канал. Поставьте колокольчик, чтобы не пропускать полезные видео от меня и нашего агентства Eventure. Если вам нужно продвижение, упаковка мероприятия, заходите на наш сайт, оставляйте заявку, либо пишите мне в Instagram, либо другие сети. Спасибо, пока!